Всем привет, меня зовут Мария Вагян, я с города Владикавказ. Учусь в СОГУ на факультете журналистики, третий курс. Вокалом я занималась с детства, я училась в музыкальной школе, закончила ее и до сих пор занимаюсь, вот пою. В 2015 году я ездила на конкурс в Москву, заняла там второе место. С детства я пела поп, ну вот я любила, а со временем я поняла то, что вот я люблю петь джаз. Я вот хожу в Зарю, у нас там есть очень замечательный педагог Алена Гагиева. Благодаря ей мы участвуем в всяких конкурсах, концертах. Она очень замечательная, и вот я очень благодарна ей. Я люблю фотографировать, также я люблю заниматься спортом. О чем я мечтаю? Ну, честно, вот моя мечта – это стать очень хорошим профессионалом своей профессии, написать книгу. Я сегодня буду исполнять песню Ники Яновски «Something New». Я участвую в проекте X-Remix на канале Медиа 15. Something new. I can be something new.